Нюхай, нюхай. Ищи. От чего это ключи? Ищи. Ищи, на. А, нашли. Вот от этого пепелаца это ключики. Вилочка тут орионовская, не такая, как на моей планете. Здесь нету сливных пробочек. С этой стороны нету здесь таких двух выемок. Что-то кошка там учуяла. Короче, это Денисова планета. 91-го года. Судя по всему. Вот так она выглядит. Я расскажу вам историю первого дня появления ее здесь. Поехали мы сегодня с Денисом на речку достать раколовку. Ну и не доехали. Что-то она у него отелилась. Сделала вот так пых, 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 пых. И все. Несколько раз я возвращался домой с речки за инструментом, чтобы ее сделать. Ну, в итоге она пешим ходом сюда пришла. Причина проста. Там даже ничего не болтыхается. Вот такая история. Ну, немножко об истории этой планеты. Денис купил ее у своих знакомых за 3 рубля, что ли. Документы на нее есть, на покойника. Видите, крылышко. Это вот так его штамповали. Видать, пресс, или как там называется, форму не промазали или не прочистили. Вот так она вот, видите, протянуто крыло, поцарапано. Заводское поцарапание. У него отрывало клепки на задней звезде от ступицы. Денис ее приваривал сварочкой. Карбюратор от неродной, ему товарищ отдал нулячий. Ну, как она работает, вы слышали, мы с ним катались. В принципе, нормально, не звенит, не гремит. Колесик барум передний, 19-й. Ну, тут кроме грязи ничего не видно. Колесики были прежними хозяевами, вот такой желтенький, желтенький цвет покрашены. Денис мечтал о черных матовых колесах. На некоторое время мечта его сбылась. До первой помойки Кёрхера. Вот так тут все примерно выглядит. Бардачки, крышки он новые покупал. Старые у Дениса. У мотовара Дениса. Вот такие пироги.